Пожар в здании Международного фонда Кунаева на Алматинском Арбате потушен. Напомню, сообщение о возгорании поступило около 8 утра. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. К этому моменту полыхала кровля двухэтажного сооружения. На локализацию огня ушло больше часа. Тушение затрудняла сложная конструкция мансарды и состояние чердачного помещения. Огнеборцы не дали пламени распространиться и успели эвакуировать архивы, хранившиеся в Международном фонде. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Причины возгорания выясняются. Директор фонда, который находился здесь непосредственно, он сказал, что это были ценности, которые были как раз таки очень ценные для этого фонда. То есть фотографии в оригинале и портреты Дильмухамбетова Кунаева, которые вынесли огнеборцы в ходе тушения пожара. Само здание, туда попала вода, да, но как таковой исторический памятник, он, скажем так, уцелел.